Если вы хотите, чтобы жизнь вам улыбалась, подарите ей сначала хорошее настроение. Всем бодрого и доброго вечера. Вы смотрите самый первый выпуск программы «Что случилось» в студии Мила Хренова. Друзья, и для вашего удобства теперь нас можно смотреть не только по телевизору, но и онлайн в реальном времени. Для этого заходите на сайт tvk6.ru и нажимайте на красную кнопку «Смотреть онлайн». Ну а если вы что-то пропустили, все видеоматериалы есть в группе во ВКонтакте. Адрес сейчас на экране. Ну а пока передаю слово моим замечательным коллегам. В Красноярске выбрали человека года. Имя этого счастливчика узнаете через пару минут. Буламит карта бумажная станет электронная уже совсем скоро. Данные о пациентах в поликлиниках будут храниться в компьютере. Об этом в программе «Что случилось». Рано или поздно все тайное становится явным. Скоро мы узнаем, умеют ли красноярцы хранить секреты. Кому скажи, не поверят, в глобальной паутине появилась видеозапись, как несколько десятков человек толкают примерзший ко взлетной полосе Ту-134. Записан этот ролик был накануне в аэропорту Игарки. Как выяснилось, рейс должен был вылететь в Красноярск. Стоял жуткий мороз, около 50 градусов или что-то там, типа того. В общем, мы сели в самолет, но получилось так, что он оказался без движения, то есть его буксир не мог выкатить. Блокированные колеса железной птицы провернулись только после того, как на 30-тонную махину налегли и пассажиры. Все продолжалось не более 15 секунд. В итоге полет состоялся, и самолет благополучно приземлился в Красноярском аэропорту. Что именно случилось с лайнером, предстоит разобраться в прокуратуре. По одной из версий, у него примерзли тормозные колодки. А чтобы морозец не испортил поездку земным пассажирам, в Красноярске усилили контроль за общественным транспортом. Для города приготовили резервные автобусы. Так что если вдруг стукнут сильные морозы, маршрутка сломается во время поездки, на замену ей выпустят другую. Сейчас же в департаменте транспорта отмечают, сбоев нет и все автобусы готовы к перевозке пассажиров. Кстати, информацию, когда нужный вам маршрут доберется до вашей остановки, можно узнать по телефону диспетчерской службы 256-84-00. По этому же номеру высказывайте свое недовольство, если вам нагрубили, например, или высадили в неположенном месте. А в Госдуме собираются ввести уголовную ответственность за повторную езду в нетрезвом состоянии. В виде лишения свободы сроком от 2 лет. Ну, а если не это, то придется раскошелиться аж на 300 тысяч рублей. Далее автотему продолжит проект «Дорожные войны» из Красноярска. Давайте смотреть. Партнеры проекта – компания «Артельстрой». Загородное строительство без предоплат. От 10 тысяч за квадратный метр. Во многострадальном ограждении на улице Белинского вновь появилась огромная брешь. Ее проделал очередной автолюбитель, не справившийся с управлением на спуске. Нехрупкое металлическое ограждение от удара разлетелось на куски. Часть забора вошла внутрь салона, пробив заднее боковое стекло. Люди в аварии не пострадали. Рулевому же иномарке придется потратиться не только на ремонт машины, но и заплатить штраф 5000 рублей за поврежденный забор, а также оплатить его восстановление. Отечественные автомобили уходят в мир иной, самовоспламеняясь. Как по-другому объяснить все недавние случаи, в которых из-за замыкания проводки горели вазовские легковушки? Такой случай самовозгорания произошел и сегодня на улице Седова во дворе жилого дома. Горела 14-я «Лада». Пожарные прибыли на место через 5 минут после того, как к ним поступило сообщение. С пожаром огнеборцы справились за 2 минуты, но огонь успел уничтожить все, что горит. Видео от нашего телезрителя. Переулок Маяковского. Экшен начинается в тот момент, когда на кадрах, записанных камерой видеонаблюдения, появляется автомобиль с пассажиром на капоте. Как он там оказался, неизвестно. Дальше водила решает скинуть нежеланного пассажира. Вот только падение было не самым мягким. Избавившись от лишнего груза, автолюбитель делает ноги, а второй участник инцидента остается лежать на асфальте. Поднять его на ноги очевидцам удается только к приезду скорой помощи. Бумажный
бумажная волокита, прощай. Уже совсем скоро привычные нам медицинские карты превратятся в электронные. С сентября следующего года данные о пациентах российских поликлиник начнут вносить в компьютер. В этом нововведении есть свои плюсы. Во-первых, врачам не придется тратить кучу времени на заполнение бумаг, а пациентам долго ждать своих справок и выписок. Во-вторых, электронный документ занимает меньше места, а в-третьих, его сложнее потерять в картотеке. К тому же посчитать суммы больничных выплат будет будет специальный калькулятор. Программа «Что случилось?» новые правила одобряет. А что по этому поводу думают сами красноярцы? Как вы это относитесь к тому, что медицинские бумажные карты в электронный вид переведут? Отрицательно. Почему? Ну, потому что слетит информация в компьютере, программа нарушится и все. Я сама врач, избегала сама и знаю, что это такое. Я за. Почему? Ну, давно уже без бумажных носителей все стали переходить на цифровой вариант. Я думаю, это актуальный вариант. Меньше заморочек будет с бумагами. А если программа слетит? Ну, пусть восстановят. По карте в электронной, там же гораздо просто больше информации будет о болезни, о состоянии здоровья, там, ну, о всех этих делах. Так что это очень полезная штука. Ну, проще будет хранить. Чем проще? Ну, не будет столько макулатуры. Ну, я не знаю, как объяснить. Я думаю, что надо нам двигаться вперед. Что мы будем стоять на месте? Надо маленько нам смотреть и на запад, наверное. Накануне в нашем городе выбрали человека года по версии редакции Красноярского делового издания. Эта церемония проводится уже в пятый раз. Награду вручают по 11 разным номинациям. Выбирают самых заметных за прошедший календарный год бизнесменов, политиков, деятелей культуры. Лауреатами премии прошлых лет были известные рестораторы Анатолий Ващенко и экс-замгубернатора Екатерина Пешкова. В этом году гордое звание человека года присудили бизнесмену Роману Гальдману. Общественное признание – это как раз то, чего им во многом не хватает, потому что деньги есть, материальный комфорт есть, а вот отношение общества, оно зачастую бывает немножко негативным. Хотя на самом деле бизнесмены, наши герои, наши номинанты – это те люди, которые делают для нас хорошие вещи, строят дома, больницы. На вопрос «Как дела?» обычно отвечают «Нормально, а у тебя как?». Но нашей Вики Щаповой этого ответа всегда мало. И если вы ее увидите, и, так сказать, она повстречается на пути, то настраивайтесь на серьезный и долгий разговор. Друзья, расслабьтесь, я шучу. Она вас лишь спросит «Как дела?». Это Вика Щапова и рубрика «Как дела?», в которой мы знакомим вас с главной достопримечательностью Красноярска. С красноярцами. Пойдемте спросим, как у них дела. Как у вас дела? В каком плане? В целом, я раньше работала в автосалоне. Прочитала книги, которые у нас вот представлены в ассортименте в продукции. Ну, мировоззрение поменялось. Радостно мне. Для чего мы живем, по крайней мере, такой вопрос у них в мыслях появляется. А для чего мы живем, простите, Оля? Для чего живем? Чтобы быть счастливыми. Настоящие. Сколько мы вам покупателей с нашей камерой, да? Посмотрите, вот сколько сразу взяла, да? А люди бывает, все просто... да? Бывает такое. Это мы приносим счастье. Здорово. Мы приносим я деньги. Рада за вас. Мы можем постоять тут еще часик. Понятно. Спасибо вам. Как дела у вас? Нормально, спасибо. Где вы ягоду насобирали? Она что ли наверху растет? Наверху. Так это же брусника. Да, брусника, клюква. Так она же внизу растет. Внизу? Мне муж помогал, сын помогал. Как заставить мужчину собирать ягоды? Дорогой мой муж, сегодня у тебя замечательный день. Ты пойдешь собирать ягоду. Ага. Как у вас дела вообще? Да нормально у меня дела. Я уже на крайне работы уже. Считай, 77-го года. Я сам с Челябинска. Считай, у меня уже Сибирь – это вторая родина, получается. В Москве… Столицу. Боже, меня упаси от вот такого столицу. Шага. Это помойка. Москва? Так точно. Все отбросы едут туда. Знаете, по мне лучше я буду здесь, тем, кто есть. Вот. Или быть в Москве один из 10 миллионов. Вот и все. А в следующий раз вопрос «Как дела?» мы зададим именно вам.
А сегодня мы спросили у сотрудников парка, как у них обстоят дела с выбором имени маленькой жирафихи, которая появилась на свет в октябре. Всю неделю красноярцы делились своими предложениями, как назвать длинношейную обитательницу. Одни, например, хотели присвоить кличку Клеопатра, другие – Маруся, а третьи – даже Злата. Итак, как же все-таки нарекли малышку? Неожиданно много прислали вариантов имен для нашей маленькой жирафики. Их было более 1000. Перебрав все, работники отдела копытных, которые ухаживают непосредственно за малышкой, выбрали 7 наиболее понравившихся им. Мы провели открытое голосование, где каждый мог выбрать, которое ему имя больше понравилось. И в итоге победили имя Радуга. Так мы нашу малышку и назовем. Кто владеет информацией, тот владеет миром. И сегодня отмечается Всемирный день информации. Так что с праздником, друзья. Именно по этому поводу мой коллега Антон Дубицкий решил узнать у красноярцев, могут ли они хранить секреты. Умеете хранить секреты? Конечно. Да, возможно. Бывало, да, что рассказывали секреты? Бывало. Смотря какие. Стараюсь. В любом случае, все когда-либо раскрывали чьи-либо секреты. Я да. Много их знаете? Да, очень. Я работаю в школе, и мне дети каждый день рассказывают разные секреты. С 1 по 11 класс. Вы даже родителям не рассказываете их секрет? Нет, не рассказываю. Не родителям, хотя можно было и родителям, и психологу показать. Сколько у вас человек, которым вы можете доверить свой секрет? 7. Наверное, около 3-4 человек. Только же, сколько им не могут доверить? Ну, может, только мужчине какому-нибудь, и все. Ну, не женщине. Женщины не умеют хранить секреты. Кто все же больше умеет хранить секрет, девушка или мужчина? Я думаю, мужчины. Ни те, ни другие. Девушки-болтушки. Они сами этого не подозревая, могут рассказать многое. Завтра запрещают продажу алкоголя на день. Вы обещаете, что никому сегодня не скажете об этом? Возможно. Вы никому об этом не скажете? Просто сегодня, на сегодня. Да, я сегодня даже сказать-то никому не буду. Вряд ли, честно, я девочка. Нет, хочется рассказать. Хорошо, я обещаю. Давай руку. Ну а свои секреты я рассказать могу только маме. А на кого похож ты? Наша программа продолжает конкурс двойников. Правила, как всегда, просты. Пришлите нам ваши фото в образе известного актера, певца или персонажа кинофильма. Не забудьте приложить фото оригинала, чтобы мы могли сравнить, а похожи ли вы на самом деле. Победители определит интернет-голосование, поэтому, друзья, все честно. Свои снимки загружайте в нашу группу во ВКонтакте. Самых похожих мы пригласим в эфир, и они станут настоящими ведущими программы «Что случилось?». А еще у нас есть множество сертификатов. Вот, например, в ночной клуб «Фанки Манки» или в языковую школу «Палитра мира». И это только часть приятностей. Кстати, у нас уже есть двойники Леонардо Ди Каприо, Тоби Магуайра, Ксения Борозино и даже гнома Гимли. Дерзайте, друзья, шанс есть у всех. Ну и по традиции мы подготовили для вас подарок. Это, как всегда, сертификат на доставку суши и роллов от «Суши Сами» на сумму 250 рублей. Если хотите сегодня поужинать по-японски, прямо сейчас слушайте задание и выполняйте его в нашей группе во ВКонтакте. Вопрос следующий. Как называется влажное полотенце, которое подают японцы перед едой? Ответы уже можно опубликовать в нашей группе во ВКонтакте. Всем удачи! На этом у меня, к сожалению, все. Увидимся менее чем через час, 19:30. Будет интересно. Пока-пока. ...27 ноября в городе Красноярске снег. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем минус 8, ночью минус 15. И о погоде в городах края. В Норильске переменная облачность минус 35. В Минусинске снег минус 5. В Канске снег минус 7. В Ачинске снег минус 8.